Все самое интересное сегодня происходит на нашем канале. Мы знакомим вас с партнерами выставки Метроэкспо-2019. Сегодня у меня гость Евгений Богданов, который представляет компанию Simple. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Как настроение? Настроение прекрасное. Из года в год, в конце марта, иногда это в начале апреля, мы ждем этого события, которое напряжение 3 дней. Это не просто хорошая выставка, а настоящий праздник, который сделан для бизнеса и друзей компании «Метро». Я думаю, что большинство зрителей знают и знакомы с продукцией компании Simple, но в двух словах расскажите про себя для того, чтобы, ну, если вдруг кто-то не знаком. Ну, нам хочется верить, что как можно больше людей, если сейчас не знают, то со временем узнают. Но прежде всего, компания Simple – это лидер рынка премиального вина, крепких напитков и безалкогольных. У нас больше 4000 наименований. В нашей компании работают несколько лучших сомелье страны. И, то есть наша экспертиза, она крайне высокая именно с точки зрения продукта. Ну и тот сервис, который мы представляем, что называется 360 градусов, практически круглосуточно можно сделать заказ, и на следующий день вам привезут. Также мы, как бы группу компании Simple объединяет более 30 винотек специализированных, которых, ну, мы надеемся, что в крупных городах нас все-таки уже так знают. Ну, я был, знаю точно. У меня такой вопрос. Насколько я знаю, вы являетесь ежегодным партнером Метроэкспо, да, сколько это? 8-й год, наверное, да, вы уже участвуете? С 2011 года, если быть более точным, и мы очень рады всегда быть партнером этой замечательной выставки и выставлять здесь нашу продукцию. Самая главная тема, я так думаю, что это долгосрочное сотрудничество и долгосрочное партнерство с компанией Метро в том числе. Что нужно для того, чтобы выстроить такие потрясающие партнерские отношения? Вы знаете, я думаю, что, почему-то мне хочется в это верить, что для того, чтобы выстроить долгосрочные, качественные партнерские отношения, они должны строиться, прежде всего, не столько на отношениях продавца и покупателя, не только на бизнес-отношениях, но, прежде всего, на все-таки дружеских отношениях, на взаимопонимании и из принципа, что известный принцип win-win, когда побеждает все партнеры, ну и, конечно, это на долгосрочных дружеских отношениях должен быть построен этот процесс. Вопрос не про бизнес. Какое вино любите? Я люблю все качественное вино. Мне посчастливилось в 2014 году стать лучшим сомелье России. Я профессионально этим занимаюсь уже почти 15 лет, поэтому сказать, какое конкретное вино, очень сложно. Как я думаю, что любому профессионалу сложно сказать, ну, как-то очень четко ответить на этот вопрос. Я люблю все качественное вино, я люблю, когда виноделы относятся к своему, к процессу производства вина, прежде всего, с душой, и когда, ну и, конечно, такие основные принципы – это баланс должен быть в вине, чистота и соотношение цена-качество. Хочу задать вам еще один вопрос. Интересно будет не только мне, но и нашим зрителям. Конкурс кавистов, который будет проходить завтра. Расскажите про него. Ой, конкурс кавистов, который был инициирован и уже третий год проходит, инициирован группой «Метро» и, в общем-то, Ассоциацией кавистов России, которую возглавляет Алексей Соловьев, это категорийный менеджер как раз-таки вина «Метро». Этот конкурс проходит третий год, и мы выбираем лучшего в стране человека, который специалиста в вине, который работает не в ресторане, а у полки. То есть там особые задания, они достаточно сложные, они отличаются от конкурса в «Сомелье». Тем не менее, конкурс из года в год, уровень конкурса и конкурсантов растет, и мы верим, что в этом году, как и в прошлые два, победит сильнейший, но он будет один. Сильнейший действительно победит завтра на конкурсе кавистов, ну а мы желаем вам хорошего бизнеса и желаем, чтобы каждый клиент нашел идеальную бутылочку вина в компании Simple. Спасибо большое. Ну, от нас также всячески прекрасные пожелания и выставки, и вам лично. И ждем, самое главное, ждем всех наших зрителей на выставке, на нашем стенде. И, хотя помимо нашего стенда здесь очень много всего интересного. Ну и конкурс кавистов, который состоится завтра, 21 марта, в четверг, в рамках выставки «Метроэкспо». Приходите, смотрите, будет интересно.